Здравствуйте, в эфире информационная программа «Республика». Об актуальных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Чувашкредитпромбанк лишили лицензии. Что ждет заемщиков и вкладчиков? Шел по городу троллейбус. Главный городской перевозчик отмечает юбилей. Господдержка на селе. В Комсомольском районе появилась новая семейная ферма. Сегодня утром Чувашкредитпромбанк остался без лицензии. Такое решение принял Центробанк России. Что ждет вкладчиков, разъяснили на специально созванном брифинге в правительстве Чувашии. Лишение лицензии – довольно суровая мера, применяется при серьезных нарушениях. В данном случае такой приказ подписал Центральный банк России за неоднократное неисполнение требований федерального законодательства и нормативно-правовых актов Центробанка. К сожалению, Минюст Республики, как акционер, не обладал достаточными полномочиями, чтобы повлиять на руководство Чувашкредитпромбанка. Пакет акций составляет 36%. На самом деле, вот Светлана Александровна сказала, да, 2018 год был убыточный, мы, соответственно, и дивиденды не получали. Вы понимаете, что это не контрольный пакет акций, мы его неоднократно пытались продавать. Вы сами были свидетелем этой ситуации. Ну, цифры, скажу, с 2012 года на память вот посчитали, 9 раз только пытались продать этот пакет акций. Едва стало известно об отзыве лицензии, к Чувашкредитпромбанку потянулись люди. Приехав на место, наша съемочная группа убедилась, что он работает. По московскому времени сейчас час дня. Двери Чувашкредитпромбанка открыты, и любой желающий может пройти и получить всю необходимую информацию. Информацию получить можно, но клиентов она не радует. С сегодняшнего дня пластиковые карты держателей заблокированы, банкоматы не работают. Все банковские операции Чувашкредитпромбанка прекращены. Лицензию отозвали. Для вас, на вас как скажется ваше предприятие? Ну как, негативно, конечно. У людей зарплату надо платить людям, материалы оплачивать. Нам говорят, что до 21 числа и будут нам вроде бы звонить или сами звонить, в какой банк переведут деньги. А как будет, чего будет, не знаю. В общем, сказали, в общем, все, ничего больше не говорят. Что делать, не знаю. Звонить не только можно, но и нужно. В банке сейчас работает временная администрация, которая формирует реестр требований. Ситуацию держит под контролем Минфин Чувашии. Все вклады, депозиты физических лиц в сумме 1,4 миллиона, они агентством по страхованию будут выплачены. Кроме этого, сюда входит в систему обязательного страхования по обязательным выплатам и субъектам малого предпринимательства. На сегодняшний день всего вкладов в данном банке 3,9 миллиардов рублей. Но, коллеги, нужно понимать, что данная сумма, она может быть откорректирована после того, как временная администрация в полном объеме соберет информацию и более точную цифру нам скажет. В ближайшее время будут определены банки-агенты, которые после 21 ноября начнут выплаты по вкладам. Если сумма превышает 1 миллион 400 тысяч рублей, то это необходимо указать в заявлении. Часть обещают компенсировать в результате конкурсного производства. Что касается срочных платежей, например, оплаты за детский сад, то здесь не должно возникать никаких проблем, заверила министр финансов республики. Транзитные операции в любой, через любой другой банк можно совершать. Ну, например, за садики это будет. Получается, учреждение муниципального образования, ну, допустим, города Чебоксары. У него открытый счет, у него на этот счет через любой другой банк можно перечислить эти платежи. По всем возникающим вопросам нужно обращаться по телефону 309-349. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Республика. Перед малыми городами республики открываются большие перспективы. Развитие экономики и социальной сферы муниципалитетов – одна из ключевых задач майского указа президента. Как приоритетные проекты улучшают медицинскую помощь и подготовку квалифицированных кадров в «АЛЛАТРе», проинспектировал глава республики. Рентгенно-телевизионный аппарат, дефибриллятор, передвижной медицинский комплекс – все это инвестиции в развитие первичного звена здравоохранения муниципалитета. В следующем году должны поступить и новые машины скорой помощи. Проблема нехватки спецавтомобилей была поднята еще в сентябре. Тогда глава региона также приезжал в АЛЛАТРь с рабочим визитом.
Михаил Игнатьев проинспектировал и ход капитального ремонта детской поликлиники. Работы начались летом. Уже до конца года необходимо обновить фасад, заменить инженерные сети, кровлю и деревянные перегородки. Цена контракта с подрядчиками превысила 15 миллионов. Крайний срок 20 декабря. Все заказано. Все будет. Ну, мебель будет. Да, то есть мы под ключ. Параллельно закупка ведется сейчас? Ведется закупка. Да, параллельно. Мебель. 20-е, все должно быть обставлено. Кадры для предприятий муниципалитета куют в этом колледже. Ежегодно более 300 выпускников, от кондитеров до инженеров систем ЖКХ. Его студенты – неоднократные призеры чемпионата, молодые профессионалы. Первый курс не теряется, он первый курс самый такой, он целеустремленный. Подготовку специалистов инвестируют многомиллионные суммы. Недавно был отремонтирован учебный корпус. За счет бюджета республики кабинеты оснастили компьютерами. Чтобы уже готовить специалистов по компетенции, которые отвечают современным требованиям. Новые макеты тракторов и машин, которые необходимы для учебного процесса, приобретут уже в следующем году. На встрече с руководителями города глава региона обсудил перспективы развития муниципалитета. Касаясь, конечно, оборота организации, касаясь оборота розничной торговли, у вас рост. Касаясь инвестпрограммы, с учетом четвертого уточнения, соответственно, 81 миллионов рублей. Касаясь поддержки малого и среднего бизнеса, по этому году там около 45 миллионов рублей. Многомиллионные суммы на реализацию муниципальных проектов направят и в следующем году. Но необходимо наращивать и доходную базу местного бюджета. Глава региона отметил, что у города высокий потенциал. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. С начала этого года в Чувашии выявили 2 случая бешенства лис. Меры, принятые своевременно, неблагополучные пункты уже не представляют угрозы. Эпизоотическую обстановку в республике обсуждали члены правительства. Сейчас в регионе сохраняется опасность повторных вспышек лейкоза крупного рогатого скота. Заболевание выявили уже в 7 хозяйствах Чувашии. Под контролем ветеринаров и домашней птицы в этом году против гриппа вакцинировано более 600 тысяч голов. Продолжаются и работы по иммунизации животных. 26 тысяч доз разложено в первом полугодии. И вот уже, наверное, завершена раскладка, которая поступила совсем недавно, 26 тысяч доз. Это совместно с сотрудниками Минприроды, непосредственно в норы. По африканской чуме свиней на сегодняшний день Чувашская республика благополучно на территории России зарегистрировано 825 очагов бешенства, 112 вспышек африканской чумы свиней в 17 субъектах Российской Федерации. Высокопатогенный грипп зарегистрирован 2 в Ростовской области. Продолжаются оздоровительные мероприятия в 17 неблагополучных пунктов по Ящеру, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. В текущем году в 36 регионах России зарегистрировано 616 очагов бруцеллеза сельхозживотных. Из-за напряженной эпизоотической обстановки в других регионах государственная ветеринарная служба усилила контроль на границе республики. Уже исследованные пробы принесли отрицательные результаты. Глава региона поручил принять меры и для защиты людей от бродячих собак. Резонансно уже в одном районе, в втором районе. Понятно, федеральный закон у нас гуманный. Вот здесь теперь, Сергей Иванович, это ваша уже работа. Почтальоны жалуются, да, Новочебоксарске здесь, в городе Чебоксары. Надо меры предпринимать, упреждающие. Порядка 1954 безнадзорные, животные без владельцев были отловлены. 55 лет в постоянном движении. Сегодня юбилей у Чебоксарского троллейбусного управления. Работников предприятия чествовали в торжественной обстановке. С подробностями Дмитрий Ковалев. Вся история в одном кадре. 55 лет назад по Чебоксарам курсировали троллейбусы модификации ЗИУ-5. Сегодня пассажиров перевозят и электромашины на автономном ходу. Именно отсюда, с Красной площади, 55 лет назад, свой первый рейс до железнодорожного вокзала отправился вот этот троллейбус под номером 001. Он был восстановлен по чертежам силами мастеров управления. Все начиналось с небольшого депо на 50 машин. Сейчас по количеству троллейбусов столичное предприятие занимает 6-е место в стране и 1-е в округе. Глава региона отметил, что ключевая задача – улучшать транспортную доступность новых микрорайонов. Финансово-хозяйственная деятельность самого предприятия улучшается, проводит оптимизацию. Мы начали изыскивать средства для приобретения новых троллейбусов. Более чем
60% пассажиров перевозите вы. Это ваш ответственный труд. Каждый день троллейбусы перевозят более 200 тысяч горожан. Протяженность контактной сети уже достигает 180 километров и продолжает расти. Сейчас у нас 17 маршрутов, на которых курсируют практически 195, практически 200 троллейбусов из 265 находящихся в парке. По многочисленным пожеланиям граждан был продлен третий маршрут, и теперь Новый Город связан с центром города так же, как все остальные микрорайоны. Лучшим из лучших глава региона вручил госнаграды и памятные медали. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. За 55 лет многое изменилось в работе троллейбусного управления столицы. Открылись новые маршруты, появились современные модели общественного транспорта. Проще ли стало водить троллейбусы, разбиралась моя коллега Наталья Мальчикова. Без пунктуальности в этой профессии никуда. Утро Александра Дружинина начинается рано. Впервые за руль троллейбуса он сел 28 лет назад. Интерес к этим машинам с детства. Мне, как вчера рассказала мама, что даже на руках, когда увидев троллейбус, я когда-то говорил, что теребус, радовался появлению троллейбуса. Ну вот так и получилось. Я пришел сюда, отслужив в армии. В 91-м году, 1 апреля, мы начали учиться, потом вышли на линию. Здесь нашел свою судьбу, свою супругу. На линии случается всякое. Надо быть всегда готовым к неожиданным ситуациям. Может нарушиться электроснабжение, выбить соединительные провода. А расписание никто не отменял. В первую очередь это ответственность, дисциплина, пунктуальность. Потому что по графику, в принципе, живем поминутно. От пункта А до пункта Б, затем обратно и так по кругу. Уложиться в график, никого не прищемить дверью, найти компромисс в конфликте с пассажиром и при этом не забыть о безопасности. Работа тяжелая, потому что трафик в городе очень сильно изменился, плотное движение, народу побольше. Поэтому здесь нужно очень быть внимательным, аккуратным, тем более в салоне везем людей. Сейчас Александр Дружинин водит новый троллейбус по маршруту номер 10. Он соединяет молодой микрорайон Садовый с центром. Троллейбус он безопаснее и спокойнее, особенно для нас и для детей. Я так думаю, потому что здесь можно и с колясками, с детьми, потому что у нас молодых мам с детьми очень много. Троллейбусы едут по графику, интервал небольшой, и очень хорошо добираться до работы. Удобный, хороший, люди хорошие. Он может работать автономно, без подсоединения к линии. И удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья. При мне заезжал инвалид на коляске. Водитель выходит, он пандус выдвигает, помогает въехать. Потом, естественно, выехать тоже помогает. У экологичного и экономичного электротранспорта открылось второе дыхание. Этому очень рады работники управления и, конечно, горожане. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Уже завтра в республике ожидается похолодание. Снегопады, по предварительным прогнозам, придут во второй декаде ноября. Дорожные службы уже активно готовятся к зимнему сезону. На дорогах города стали появляться запрещающие знаки. В числе первых на пересечении улиц Ахазова и 139-й стрелковой дивизии. На зимний период с ноября по апрель на территории города Чебоксары устанавливаются дорожные знаки, ограничивающие стоянку и остановку транспортных средств для содержания уличной дорожной сети в нормативном состоянии. Места установки запрещающих знаков определяются по перечню проблемных для очистки участков дорог. Его предоставляют районные администрации и подрядная организация. В этом году на зимний период установить планируется около 700 комплектов знаков. Тех автомобилистов, кто по каким-либо причинам проигнорирует знак, ожидает эвакуация на штрафстоянку. Кроме того, также на зиму вводят ограничения по скорости на мостах до 40 км в час. Фермер из Комсомольского района развивает семейное животноводческое хозяйство. С помощью государственных субсидий в размере 10 миллионов рублей Асхат Хайрдинов построил коровник. Как идут дела у предпринимателя, расскажет Рифат Фаткулин. Коровник виден издалека. Большой, с пластиковыми окнами и солидной крышей. Внутри он впечатляет не меньше. Просторный, рассчитан на 300 голов. Но заполнен пока не полностью. Фермер считает свое стадо уникальным. Животные неприхотливы в еде, быстро набирают вес и являются отличными производителями. На данный момент 73 головы. Вот сейчас я еще в Марийскую республику съездил там. Сейчас разрешение дадут завести 70 голов. Мы будем завозить.
До Нового года должны завести 300 голов. Берем молодняк в основном, откармливаем и продаем, реализуем. Со сбытом проблем нет. Вырастить корову или быка не так сложно, говорит хозяин. Корми, пои, ухаживай и получай здоровый приплод. Столько рулонов сена на зимовку коровам точно хватит. Хозяин купил зернодробилку и теперь самостоятельно производит комбикорма для скота. У меня тут дети помогают, жена тоже помогает. Теплую воду даем, вот тут пятитонная емкость. Каждый день греем. Семейную бизнес-идею было бы сложно реализовать без поддержки государства. Грант в 10 миллионов рублей – хорошее подспорье. По условиям программы финансируется 60% стоимости всего проекта. На ферме есть уже и помощники со стороны. На перспективу можно вести речь и об увеличении рабочих мест. Асхат Хайрдинов уверен, если любить свою землю, можно и в селе многого достичь. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Налоговая инспекция Чебоксар провела рейд на Южном рынке. Что проверяли и какие нарушения выявили, в нашем сюжете. На этот раз рейд прошел на рынке Южный. Это место известно всем жителям города. Здесь торгуют всем и вся, от старой одежды до личных ясных запасов. Много небольших павильонов, в которых продают различную мелочь. Есть и индивидуальные предприниматели. Понятно, что не все продавцы трудоустроены официально. Здравствуйте. Удивительно, что серые выплаты никого здесь не смущают, а ведь они несут с собой потери в будущем. Плохо работнику, в будущем он может не получить достойную пенсию, обеспечить свое будущее. Подобный рейд не первый в этом году. В месяц районные администрации проводят в среднем 15 проверок. Это позволяет тщательно отслеживать ситуацию на рынке труда. За 9 месяцев этого года мы проводили анализ, и в ходе проведения анализа выявлено, что все-таки где-то 20% из общего количества проверенных объектов допускают, то есть, нарушения. Сколько еще нарушений будет выявлено, неизвестно. А нетрудоустроенные официально продавцы решают сами. Работа по серой схеме без гарантированного будущего, либо официальное трудоустройство с полным соцпакетом. Алена Герасимова, Бахтияр Велиев, Республика. Обеспечить всех желающих местом в дошкольном учреждении – одна из важнейших задач сразу нескольких национальных проектов. За последние годы в республике построено более 44 новых детских садов. В ближайших планах ввод в эксплуатацию еще 12. Один из них строится в Цивильске. Сегодня около 500 детей, проживающих в Цивильске, стоят в очереди в дошкольные учреждения. В рамках национального проекта «Демография» в июне этого года в городе началось строительство нового детского сада. Для этого из бюджета было выделено более 210 миллионов рублей. Детский сад рассчитан на 240 мест. В данном детском саду будут созданы все условия для детей, в том числе бассейн, где дети будут обучаться плаванию с малых лет. Несмотря на сжатые сроки, а садик должны сдать в конце декабря этого года, все работы ведутся по графику. Бригады работают в две смены. Здание почти построено. Внутри уже ведутся отделочные работы. Скоро, думаю, запустит котельную, что облегчит строительство и отделку внутренних помещений и всего здания. Среди прочих плюсов родители будущих воспитанников дошкольного учреждения отмечают и его удобное расположение. Да, он находится в центре, хорошо, и родителям намного будет проще привести своих детей в садик и уехать на работу. Стоит отметить, что после ввода в эксплуатацию этого детского сада все маленькие цивиляне старше полутора лет смогут получать дошкольное образование. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Сегодня 7 ноября. Праздник с большой историей, интересный и неоднозначный. Кто-то поздравляет друг друга с Великим Октябрем, кто-то отмечает согласие и примирение, а кто-то вообще считает обычным четвергом и удивленно смотрит на цветы у подножия старых памятников. 25 октября, а по новому стилю 7 ноября 1917 года в России произошла революция. Временное правительство было свергнуто, к власти пришли новые политические силы. Эта дата положила начало советскому периоду в истории нашей страны, который продолжался 74 года, до попытки нового государственного переворота. За это время Советский Союз пережил несколько войн, голод и репрессии, небывалый экономический подъем, застой, перестройку. В 1991 году после упразднения КПСС
КПСС как правящей партии Октябрьскую революцию перестали считать великой, но совсем отказаться от праздника 7 ноября так и не смогли. После долгих споров он стал днем согласия и примирения. В 2004-м президент Владимир Путин причислил его к Дням воинской славы в честь знаменитого парада 1941 года в Москве, когда воинские формирования и ополченцы прямо с Красной площади уходили на фронт. С тех пор 7 ноября остается самым неоднозначным праздником в нашем календаре. Это все новости четверга, 7 ноября. До свидания.